оранжевого цвета из-за высокой температуры. Существует два способа обработки стекла. Липкая вытяжка, что вы наблюдаете в данный момент, и второй способ выдувания. Сложность этого способа заключается в том, что мастеру даны всего лишь 2-3 минуты для того, чтобы сделать скульптуру, так как из-за резкого перепада температуры стекло очень быстро остывает и теряет эластичность. Хочу заметить, что до сих пор не существует школы по обучению этому ремеслу. Ремесло передается строго по наследству и только по мужской линии. Постепенно стекло, остывая, твердея, приобретет прозрачный цвет. Обратите внимание, скульптура практически готова. Температура стекла в данный момент около 700 градусов. Стекло считается холодным для работы, но не остается безопасным материалом. Для полного остывания стекла скульптура остается на поверхности еще на 1,5-2 часа. Пожалуйста, лошадка готова. Ну что, браво, наш мастер, грация, мастер. И последний нюанс. Если же, например, оставлять на поверхности как скульптуру, бокал или вазу в течение 2-3 минут от резкого перепада температуры, ваза лопнет. Термический шок для стекла. Поэтому для закалки все вытутые изделия помещают во вторую печь, называется темпера.